Так, у нас уже ребятки готовы. Асос против СПЛ, первая игра. Сверху пех выпал у Асуса и токсиновый генерал у СПЛ. Такой вот сюрприз. Так, сейчас здесь нашаманю быстренько. Рабочий по центру возвел барак. Токсиновую норку нет. Чуть ближе захотел сделать, видимо. Здесь рабики еще бегут. Суплай как-то под боком ставит СПЛ. Ас уже пошел через один суплай в завод, барак. И вот затем только второй строит. Пробегает террорюга по центру. В принципе, может поймать его Асус и наказать за такой поступок. Вот, получай нехороший. Погибает террорюга. Ну, в принципе, он должен заметить тогда, что здесь готовился аутпост. Воздуха не стоит так сильно бояться. Вот токсиновый, а что делает генерал? Просто одним дешевым пехотинцем пугает всех. Давится там рабочий. И дозер текает сразу же назад. А то еще поймают его. Пошел дракон по центру. Заминировался суплай. И ой, неужели? Неужели Асус забыл? О, кто мог подумать. Асус забыл заказать один грузовичок. Прорывается аутпост. Вот у СПЛ с экономикой как бы все нормально, все в порядке. И в центр уже прорывается СПЛ. Но все-таки дракон здесь мешает. Наводит свои правила. Теряется. Хотя мог бы легко захалявить все три домика. Так, может все-таки стоит, да, высадиться и уже... Как-то не уверен, здесь действует Асус. Ни тому, ни другому. ...1800 уже есть у Асуса, у СПЛ. 700-800, в общем, так прыгает. Денежка. Очень много норм наблюдаем от Глашника. По сути, они прям везде. Спам норок каких-то происходит. И наконец суплай. В третий суплай пошел. И в экономику, то есть ударился СПЛ. Еще и захват вышек. Сейчас, наверное, выйдет у Асуса лота, поскольку построился пропаганда-центр. Здесь рядом вышка есть. Почему бы не захватить? Отлично, есть еще один трак. И да, и лотос выходит. В принципе, одновременно так захватывают вышку, но вперед все-таки врывается СПЛ по экономической составляющей, поскольку у него есть еще один суплай. Дракон тут затормозил. Вот сейчас можно норку захалявить. Получается, СПЛ сразу загнать
назад этих парней, что вышли из норки. Бежают, бежают квады Асуса. Готовится дворец. Есть уже airfield у китайца. Пока такая пассивная игра, но уже пошла такая оборонка. Можно было сейчас побрить, но ракетчик. Поздно. Поздно, поздно, СПЛ, ты увидел. Трак приехал. Вовремя высадился. Почему только не туда стрелял из бункера? По траку бы стрелял заранее. А ты-то куда поехал? Задавить захотелось. Такой рискованный дозер. Немножко сузились пространство у китайца. В принципе, полностью в центре уже наводит свои порядки СПЛ. Уже готов, по сути, дворец. Напалма не хватает для мигов. Почему именно миги только сделал, а не Хеликса первым делом? Ну, как бы ладно. Хеликс, вот, пеха это... довольно мощная вещь. Так, здесь квады начинают хулиганить. Все еще живы. Ну, миги, для вас есть работа. Два квада. Раненых два квада. Вперед. Халявная цель же. Ну, елки-палки. Асус, вспомни про свои миги. Неужели они куда-то полетели? Так, 4 суплая уже, рынки делаются. Здесь вторая норочка строится. Неужели просто все слил? Да, все слил. Ни один миг не вернулся. А что в итоге? Что в итоге? Отобьется, не отобьется? И ЦМК, и поближе надо приехать. Нет. Нет. Минус вышка. Одна у китайца. Ой, опасный тип, опасный парень бежит. Все срочно него. Наквада перенаправляю. Все, отлично. Отлично. Хорошая тема. Адские пушки Инферно уже готовы у пеха. Напал. Лишь только напал нужен. Для полного счастья. Так, второй рынок только строится. Потому что Дасти с Ролом только что сыграли. Неплохо так, Инферно разжигают даже без напалма. Я думаю, что все настолько классно. И смотрите, что СПЛ нам показывает. На тебе ракетку. Бабах. Выбивается еще. Джарвинкл подсвечивается, конечно. Ой-ой-ой, сейчас тебе еще ракетка будет. И ЦМК поближе. Или ЦМК эти ракеты не сносят, что-то я не помню, друзья. О, наконец-то есть. Огонечек. Ну, результат уж я спойлерить не буду, может кто-то не хочет узнать результат.
Можешь на кибергейм, в принципе, пойти и сам узнать. Или дождаться записи на ютубе. Блин, очень грустно, что все инферно потерялись у Асуса. В принципе, СПЛ, смотрите, какую границу очертил буквально. То есть дальше этого места ты не пройдешь. Аж две ракетки полетели, да ладно. Там что, двое было. Пошла Лотос, чисто так, на всякий случай. О, Джармана захалявили. О, как хорошо, ракетка еще в воздухе отлетела с помощью ИЦМок, да. Я даже не думал, что такое может быть. Но ракета, летящая вообще не на землю, а в воздух, все-таки ИЦМ-ка отражается. Стреляются по бункеру. И снова привет вам. Успевает отъехать. Наверное, стоит все-таки Лотосом поближе подойти, как бы смотреть. Когда придет, когда не придет. Ай-яй-яй, эти ракетчики. Китаец что сейчас может вынести, в принципе, за счет повышений? А повышение набирать за счет инферно. Вполне хорошая тема. Большие потери. Срочно садись. Две ошки же рядом есть. Я думаю, там все-таки есть свободное местечко. Ух. Один все-таки погибает. Ой-о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 й. Уходи, 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 уходи. Там еще и Лотос. Ох. Чуваки будут погибать. Если есть местечко, да, есть местечко, все садится, садится. И здесь наказывает СПЛ. Лотос тоже попадает. Странно, всю пехоту спас, а про Лотоса забыл. Так, одного хакера пока вижу. 2-3. В принципе, есть что-то. Какой-то минимум у Асуса. Три, четыре, пятый рынок. 6. Шестой рынок, значит, да, строится. Все дальше в рынке идет. СПЛ. Да, далеко уже ракетчики ушли, тут миги могут их наказать. Так, один хакер не работает. 9000 флота у СПЛ и 3000 у Асуса. Пошел дракон. Почему стену огня не разжигает? Что вообще там дракон делал? Так, уже на язву, да, изучил. Смотрите, все улучшения поди уже есть у СПЛ. Да, все апгрейды уже буквально сделал. Обнаружил, что очень много денег и начал спамить. Пошли повышение.
Не долетает, не долетает даже. Ну, чтобы все в одну точку туда бы скинул. Тысяча 700 и 3300. Пошли ракетки. Почти добил, но нет. Но нет. Так, очередной запуск. Скада. Весьма неплохо прилетает. Обмен был миг на скада. Куда это ракетчики пошли? Не дошли до бункера, чуваки, и погибает бункер. Ох, еще что делает. Использует повышение спель. Ну и в принципе все уже тут затаскивает. Выходит раб. Разминирует здесь все. Даже если второе, можно норку сразу воткнуть. Нету энергии, уже вообще на грани остался Асус. И большущий флот у СПЛ. Быстро он себе центр взял. Мимо, мимо, мимо. Ни одного вообще не сбил. Команде чуть не чинится, как бы дозер, конечно, есть рядом. Возможно, там повышение бы скинулось. Так, нет, нет, нет. Все, сдается уже Asus. И это 1-0 в пользу СПЛ. Что-то не пускают меня парни, никак не могут открыть слот. Но Westland Wetlands выбираю следующую карту. Юса и стелс, такой матчап.
Двумя, тремя даже рабами уже бежит куда-то по центру. Асус своими двумя, тремя этими рабами. Так, и стоит здесь. Дозер сверху начинает давку. Смотрите, какой дозер у нас, проказник. Поехал вперед и просто уничтожает. Еще может даже не дать построить военный завод. Очень много было задавлено. И здесь, смотрите, получилось сдавить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. В три дозера, да, значит, пошел СПЛ. И перехватчик готов, все, сразу забоялся. Забоялся у нас. Асус. СПЛ. Ну, вперед бы шел этим перехватчиком-то. Елки-палки. Ой, надо в машинку именно сесть, значит, и вот такую штуку проделать. Ну, это долго будет. Вот и Хаммер уже на пути. Ну, нет уж, не получилось. Не получилось себя Асус ничего сделать. Ждем вторую течь, хотя с одним суплаем всего играет. Глашник, что не есть, хорошо. Единственная норка, да, здесь, на этой базе. Вторая здесь находится, можно захалявить здесь дозера. Соточка всего у Асуса. Денег вообще нету, никто не добывает. И 2100 у СПЛ. Везде у него все сошло с рук. И пока держится. Обнаруживают сразу две норки. Теряется течь. Да, потерялась все-таки. Ну, куда ж ты поехал? Пытается спрятать последнего дозера куда-то в уголочек СПЛ. Как-то не туда стреляли ракетчики эти. И добивают еще и течь проскрапленную. Очень должно быть обидно Асусу. 400, 900, почти 1000 есть у Асуса. И 1300 у СПЛ. Блокирует он зачем-то этот фланг так сильно. Отлично сбиваются. Если дозера добьет, то, в принципе, неплохо будет для Асуса. И суплай возводит. Не боится, что здесь барак. В домике бы засел бы Асус. Что ж он не использует эти два домика. Да и этот тоже. Неплохо было бы занять. Что у нас? Подрыв! Ну и сама течь еще погибла от этого удара. Так, а на базе все, здесь нечего ловить. Асусу. Нет, две течи здесь не справятся. При хорошем контроле СПЛ-а две течи все-таки бесполезны, чтобы там у них внутри не было. В них ничего и нету. Разогнался.
обнаруживается туннелька. И через низ пошли пацаны уничтожать этих рабов. Ой, сейчас на норку наткнуться. Да, убиваются, все-таки убиваются. Так, здесь от Асуса ничего не осталось, в центре тоже ничего нету. Это все, что есть у Асуса сейчас. Дозером бежит наверх. О! Перехватывает Хамвея. Сразу перехватить. А, да, перехватить только некого. Ждет следующего Хамвея. Ну, тут уже пацаны все зарешали. Только мимо куда-то пошли. Второй суплай в городе строит Юса. Здесь по-прежнему ничего не готовится даже. Ничего не заказывает СПЛ. Перехватывается Хамвей. Все-таки у нее получилось это сделать. И сразу братва пошла в атаку. Что ж, у нас обкружен немного СПЛ. Все-таки Хаммер один отъезжает. За Чинуком давай охоться. Хамвей есть. Квад вышел. Во, квадом. Двумя квадами здесь на стороже просто быть и будет здорово. А, по зданиям здесь прям втуляет. Попытается сейчас Хаммер от СПЛ что-то сделать. Вряд ли это хорошая затея. Просто сливает. Есть только барак у СПЛ. Я думаю, сейчас дозер потерял. Не, смотрите, что делает. Транспортирует он своего дозера. Можно было вообще к вышкам поближе. Там барак построить, здесь захват выучить. Хотя и так денег хватает, у СПЛ должно хватать. Но все же барак делает. Возвращаются сюда чинуки, а тут уже его ждут. Два квада. Обнаруживается этот дозер, и сейчас он может быть уничтожен. Да, уничтожается. В принципе, барак заблокирован, но он может сразу и уничтожить его. В итоге это все, что осталось у СПЛ. Слил он там, конечно, хамвеев очень много. Я думаю, это одна из ключевых таких моментов данной игры. Тащил, 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 и тут бах. Сломили все-таки его. Так, ну, не сдается СПЛ и... Пока у него все получается. Все еще держится, все еще держится. Предательский Хамвей все обстреливает. Вышки все-таки хочет захватить.
Много течей очень приехало. Единственную угрозу хочет попробовать снять Асус. Раскрапленная течь. Сможет ли она что-либо сделать? Одного хамвея только убрал. Не хватило еще одной течи. Вот хаммер подъехал. Не рискует, не рискует Асус. Лучше постреляет по чинукам. Две вышки захватил СПЛ. Ой-ой-ой-ой, и убивается. Представляете, и убился еще. Хамви. Как угонщик игру-то меняет, да? Ай-яй-яй, сейчас, возможно, успеет сесть. Ой, задавит, 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 задавит. Да, задавил. Течь тут вообще не к месту. Еще одна течь как-то сверху бежит. О, ракетчика, ракетчика здесь, да, не хватало. И второго. И поздно как-то наверх едет, да, здесь уже вышку захватили. Трактор сливается. Готовит подрыв. Да, подрывать именно давно пора уже было вот здесь. Бах, два здания и все, и гуд. Пошла большая уже армия на СП, на Асуса. Там подрывник уже сдох. Нет, не получается здесь Асусу что-либо сделать уже. Домики он эти так и не занял. Что для него и плохо. Очень плохо. Раз, два, три, четыре, пять зданий всего осталось. Ну и две эти. Успеет хоть каркас куда-нибудь воткнуть. Хотя вряд ли уж что-либо спасет Асуса. Да, даже течь очень легко теряется. Все, GG. И Асус сдается. Нас разгромили. 0. Убирается карта он за мэп. И у нас третья битва уже происходит. Третья битва по счету. Асус против СПЛ. Два игрока из про барака. Ждем Асуса. Нет, все-таки СПЛ ждем. Он что-то вышел. Так, кто кем будет? Даешь старт. Токс и танк.
Барак supply, пока только реактор со стороны СПЛ возводится. Так, микрофон-то выключил, включил. Такс, в два суплая пошел СПЛ, очевидно. Сразу три не захотел, все-таки здесь так играют. Готово два суплая и, скорее всего, на третье, да, поехал. Сразу все-таки третий хочет СПЛ возвести. И возводится военник. Домик сразу занимает, да, занимает двумя ракетчиками. Неплохо было и сюда идти, куда ты бежишь, наверх, ну и побежал бы вперед одним ракетчиком, проведал, чтобы здесь, ну, тут уже, конечно, аутпост со стороны СПЛ. Да, и он занимает это здание. Минки, минки, минки. Находит реактор? Нет, не хочет реактора. Убивать реактор он не желает. А вот это хочет. Через контрол двумя, двоих, да, двоих. И минки только что построены. Вот, СПЛ-то печалится, а теперь СПЛ радуется. На каждом суплае теперь уже минки есть. И второй военник готовится. Два суплая все еще у глашника. Хватает деньги построить все-таки третий. Рабочий есть. О, пошел мародер. Не успел до скрапа буквально чуть-чуть. Конечно, немного обидно, что вроде бы вот он скраб был, нет, исчез прям перед самым носом. Так, а вот и гатл. Мог бы рискнуть СПЛ и забрать все-таки одного ракетчика. Так, опасная, опасная, опасная момент. Но не получается, не получается. Все, расходится. Долго стоял и все же теряется мародер. Он, в принципе, сделал ракеты Asus, но, блин, зачем тогда мародеры делать? Если все же ракеты будут. Проскальзывает сверху течь. Три суплая по-прежнему играет Asus и три суплая у SP. Халявится дракон. 1100 у Asus, 2575 у SP. Ну, ракетки появились. Что ж ты ушел-то заранее, а? Почему не добил? Почему не добил Asus? Непонятно. Сверху халявится дозер. Течь скрапится. Гатл. Можно захалявить, в принципе, его тоже будет. Да, именно это и делает. Но только течь это зачем ушел так рано? Течь ушла рано.
Я бы как раз два выстрела буквально сделать и победил бы. Готла. Выходит Лотос на поле боя от Эспеля и заходит она в ближайшую вышечку. Что, конечно же, китайскому генералу принесет целую 1000 вначале, потом будет по 200 баксов капать каждую 10-10 секунду, по-моему, так. Промахиваются ракеты, и ЦМ-ка уже готова, и замораживается танк. Немножко теперь напуган Асус. Но тоже есть технологии. Так, видимо, я что, подрыв пропустил или что было? Ой, друзья. Подрыв, видимо, был, пропустил, заново строится. Пропаганда. Не получилось заранее уничтожить вышечку. Тут и Лотос как раз прибегает. Обидно, конечно, обидно. Сверху, о, хорошее действие делает Асус. Проскользнула течь и строится там норочка. Ух ты! Не поехал. Не поехал заранее, АСП или, возможно, сейчас успеет все-таки норку построить. Да, норка успевает построиться. Выезжает аж целый бас. Вот это да, вот это да. Желательно подобрать скраб басом. Что и делает Асус. И все, вперед. Вперед, вперед, рушить все китайское дело. Уничтожается вышка. Уже большая армия у Эспери накопилась. Танковая гвардия. Нет, все-таки развернулся обратно. Двумя танками хочет присануть только. Продает заранее суплай, но не успевает. Мог бы еще разочек вылезти. Через верх пошел теперь бас. Данный суплай порабощать. Уже апгрейд сделал. Выносит танк снизу. И сейчас, боюсь, бас оказывается в замку. Нет, у него был выход. Эх, Асус, Асус. Далеко развернулся. Высекается Лотос. Очень близко зашел. Два выстрела буквально и будет плохо. Успел вывернуться. Лотос отключает баса и делает выпад Асус. Да, правильно делает. Все-таки бас нужно защитить. Теряются, блин, ракетчики. Заранее не вышел, жалко.
Хочу заметить, рынка даже и нету у Asus, что очень-очень плохо. Здесь уже supply исчерпал себя. То есть на одной вышке живет и на одном supply уже SPL. Занимает он еще место. Какой-то плоский круг стал не кругом, а овалом. Может, в принципе, танк занять. Халявный. Еще и этот суплай уничтожает. Быстро удается, кстати. Очень смелый дозер поехал вперед. Но повышение теперь есть у СПЛ, а работают они на его пользу. Не убирает рабов. Так, вот у нас что будет, денежки воровать? Да, деньги воруют. Слышим звуки Хеликса от танка. И, в принципе, видит это. Асус. Серьезно, выбиваются танки, когда у них круг рисуется. Посмотрите, как сужается. Как-то некрасиво это все. Два квада, давайте, работайте. Бас, помогайте. Два раба снизу, кстати, есть. Не дает здесь машинки все-таки построить норку. Не отменил норку, не отменил. Асусы теряют все-таки немного баксов. Дозера вообще в угол все-таки прячет. Почему ушел басами-то, а? Очканул бы. Все еще тырит СПЛ денежку. По тысяче ворует. Строит командный центр. Там лотос как раз рядом. Что, конечно, и плохо. Очень много уже лотос воровало здесь денег. И теперь Asus у нас позицию теряет. Все потому, что он рынки не строит. Не строит совсем рынки. Приезжают басы. В принципе, здесь место не защищенное. Можешь попробовать уничтожить командный центр.
Взбивается Хеликс. Осторожно, здесь минки. Рабочий давится. Ну, очень близко к минкам. Одно движение и... Вовремя остановился. Пока не будет двигаться там, видимо, Asus. О, очень близко, если тут много ракетчиков сейчас выйдут. В принципе, тоже вариант. Обкружить, обкружить его. Хеликс там есть, к сожалению. Так, басы опять начали шевелиться. Своих-то зачем уничтожать? Такого хуже сделал, по-моему. Ух, сколько здесь рабиков-то. Мог, конечно, сейчас попробовать подставить Asus SPL. Чтобы дозер быстренько убрать. Натыкается на бункерочек. О, тут еще и токсиновый есть приятель. Лотос есть рядом, попробовал бы захватил. Да, он это и делает, СПЛ. Ну что у нас все-таки по рынкам? Нет, ни в какую не хотят игроки вторичную экономику уходить. Дозер минусуется и остается без дозеров СПЛ. Остается без командника Asus. И все, и GG сдается СПЛ. И со счетом 1-2 вырывается с первой победы Asus.
Четвертая игра по счету. Токсин против стелс. Такие армии попадаются. Сверху у нас Асус Токс, снизу стелс. Спель. Рабочие на данный сплай. Что-то наподобие коробки делает, пытается сделать SPL. Ну, в принципе, да, если здесь построить норочку, будет весьма неплохо. Все-таки раб здесь проходит. Возможно, все-таки и течь проедет. Что у нас под центром происходит? С правой стороны от центра в середине, то есть строится он здесь норочка. Как-то замешкал здесь СПЛ. Боится, что достанет до рабочего. Здесь немного все же ближе Asus подобрался. Хотя и там, смотрите, он и там вышечку как бы за норку прячет свою. По центру пока все открыто, СПЛ вырывается вперед своей течью. Ой-ой-ой, как натыкается. СПЛ просто сливается течь. Где тот пацан? Тот пацан нужен. Барак же есть, тем более. Так, не успел поймать. Здесь уже хана норки, да? Нет, еще живая. Вот здесь сюда пацана надо, а технички там же есть один. Ребель. Ребеля сюда надо, срочно. Ах, и сливает, вот смотрите. Сливает все же СПЛ свою течь, как-то так. Отнесся к этому несерьезно. Приезжает пацанва и уничтожается завод. По крайней мере, этого хочет сделать Asus. Смотрим, получится ли. Очень много потерь. Собирает скрапы. Снова клад, снова клад. Не туда стреляет Asus. Ой, блин. Зато другая проскрапленная течь теперь. И она может две лычки еще. А, два скрапа тут взять. Но, второй быстренько. Оп. Стреляет ракетками, конечно, не таким сильным. Сольешься, сольешься. Ух ты! Вот это да. Да, не слился, однако. Еще один суплай построил СПЛ. Немножко в экономику ударился. Да, и здесь проезжает течь, но все-таки там обнаруживается. Пытается на нервы просто действовать. Asus. Рискует и убивается. Трехлучковая течь. Построил здесь норочка, неплохая такая норочка. Не думаю, что видел этого СПЛ. И снова скорпы, спам скорпионов. Норка не успела среагировать. Заезжает скорпион танк совсем не с той стороны. Пойти попробовать поймать, но не уловит. А сейчас, возможно, и поймается. Т4
течь, да, уничтожается течь. Готовит дворец, пошел в технологии SPL. И он на счету 2800 ровно, причем было, и 575 баксов у Асуса. Единственная норочка в данном месте расположена не очень удобно, SPL не позаботился о ней. И от того здесь бардак такой получается у SPL. Скорпионом ракетку стрельни сюда и все, и не будет никаких ракетчиков. Нет, сами не добивает даже. Не добивает, не добивает. Не уезжает, не успевает куда-то уехать. Догоняет его SPL. Еще одного присануть будет очень здорово. Одного можно оставить сюда. Поставь одного сюда на вот этих рабов. Правильно делает. Правильно, правильно. Надо все бить по максимуму, выжимать все силы из каждого юнита. Халявится еще один квад. Заново строится барак. Так, а это что случилось? Почему, 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 почему он сдох? Что-то я не понял. А что случилось-то? Взял и разрушился танк. Мне так показалось. Хорошо, денежки тратит SPL. Как тратит их Asus? Пока не видно. Как? Еще по центру строит supply. Еще и захват делает. Не получилось отменить захват у SPL, и вновь халявится очередной квад. Еще и норочка уничтожается. Ух ты, неужели минки пошли? Да, минки хочет строить Asus. Хочет эпических взрывов увидеть. Долгое время нету дворца у Асуса. Уже пошли баги у SPL. Медленно, но верно, танки все-таки будут, наверное, уничтожены. Отгоняет, отгоняет. Как-то SPL очень так боится к ним приближаться. И все-таки supply уничтожается у SPL. Рабочие есть ботинки. Это здорово. Пошла течь. Вышку уничтожает. Заранее. В принципе, оправданное действие. Вот он, дворец где.
Так, и по всей видимости, да, снаряды для багги уже готовы. Очень много ракет вылетает из каждого багги. Так, что-то как мало рабов. Вот еще поставить один спид с грузом. И скатшторм сразу же строит. Никаких рынков. Сразу в лоб на тебе скатшторм. Защитить тогда надо как-то этот скатшторм, а то будет еще повышение в СПЛ. Хотя командника еще не вижу. Ну, в принципе, за 5 минут успеет командник построить СПЛ. Не получилось здесь норку построить никак. Почти по 15 тысяч осталось здесь тоже практически так же. Справа ресурсы заканчиваются. Здесь уже слева, да, в принципе, на правой стороне поменьше. Вот здесь зато рабы все уже закончили добывать, и можно, в принципе, суплай в центре продать один. Хотя, на самом деле, возможно, и лучше продать этот, потому что он сейчас находится под угрозой. Не успел продать суплай. Что это, пехота такая готовится? Ух. Мощь, мощь, мощь. Как быть, как быть? О, я даже не знаю. Попробуй смотреть где-нибудь в другом месте. Попробуй на Гохе, вот недавно на Гоху переключился. Good Game, Gamers TV, SK2 TV. Везде там меня можно будет найти. Ой-ой-ой-ой-ой. Пробую как-то найти. Нет, вот он где, вон там он был. Блин, ну почти добил, но нет. Уже и рабочие от СПЛ идут в центр. Не, он там забункерился неплохо. Gamers TV, SK2 TV. Good Game, Гоха, Twitch, Кибергейм. Ну или в крайнем случае на нашем портале, если вдруг именно у тебя сайт лагает. Официальный кибергейма. Успел рабочий, смотрите, его унести, да, и удирает. Удирает его зад.
На ГГ, в смысле, что я не делаю? Все я там делаю, по-моему. Хочешь сказать, там у меня что-то не запущено? Так, уже GPS-крамлер был применен. Смотри, сколько уже рынков на спавн. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. 12 рынков вижу, 2 суплая, да, значит работают. Ну, третий вот этот, в принципе, не считаю. Тем более он уже и не работает. А то, если ты хочешь сказать, можно еще как-то сделать гудгеймский, да, отдельно? Что-то какая-то новая фича, что ли, появилась? Ух, толпа пошла, толпа пошла. СПЛ срочно нужно запасаться такой же толпой, либо. Блин, по пути умирает толпа. Устает. На радости Хасуса здесь как раз рынок делается. Толпа славна тем, что она, конечно же, как пехота, это не очень, но зато она все абсолютно быстро выносит. При том, конечно, что повышение на калаш. Без калаша, в принципе, здание тоже быстро выносит пехоту из здания. Но не настолько быстро, как с калашом. Два скат-шторма тем временем уже было построено. Один мы заметили, вот он второй. И 40 секунд остается Асуса. Справляется довольно легко с толпой, конечно, потерял пару рынков и норку. Но все же неплохо так справился. Домик можешь починить. Это немножко задержит все-таки оппонента. Пацанов с ящиками лучше уж тогда сделать на суплай основной. Пусть денежку доберут. О, приходит нагло, да, Асус поступает. Буквально под носом. Ворует. Два квада. Ну, Джарваном бы одного бы обстрелил. Ух. Пошел уже запуск. Много построек уже разрушено. Ну, уже очень много Асуса стало. СПЛ все меньше и меньше. И сдается. Сдается СПЛ. Нас разгромили. 2-2.
Вагону в этот раз выбирают карту. Счет у нас 2-2, пока ничейный. Юса против подрыва. Юса именно Эйр. Роль, которую исполняет СПЛ. Против Дема. Очень много, кстати, Дема в этой игре. Точнее, в этой встрече между игроками. Озвольте аэродром и второй аэродром. О, а не боится ли СПЛ, что здесь будет подрыв двойной и не очень сладко придется. И два завода идет, а туда да, подрыва вряд ли мы с вами заметим. Смотрите-ка, что поехало, что поехало. Дозер может минусануться. Ближайший только уничтожает. Если бы дальше поехал, возможно бы уничтожил дозер до того, как построилась бы, построился бы аэродром. 600 классуса, 1300. У СПЛ как раз хватает у него денег на постройку вертолетов как раз таки этих. Ведь он деньги не туда вложил. По бокам залетает сразу же на экономику. Сразу же по экономику бьет. И разведывает здесь карту. Всеми силами движется Asus вперед. Я думаю, у него уже денег столько нету много, поэтому придется все-таки продать завод один. По мне, так это единственный нормальный выход пока что из этой ситуации. Чтобы хоть как-то так оправдать этот выпад. Так, сейчас изучит стелс и будет плохо. Отгоняется здесь вертушка. Здесь еще не отгоняется. Вот не хочет и все здесь бороться. Asus. Теряется здесь вертушка. И бьется по экономике. Вот смотрите, какое место хорошее, да? Нашел Asus. И там уничтожаются. По экономике сразу, да, долби, долби, долби. Пацаны еще без каких-либо апгрейдов, только один апгрейд есть, который там 1000 всего стоит. Теряется вертуха. Переходит в барак СПЛ. Ресурсов у Асуса нету. А что там говорит? Даже нету уже и. Рабов нету. Опасные вертушки, надо около заводов туда держаться. И все-таки, наверное, завод надо-то один продать. А тут 4 вертушки, это очень мало. И... у СПЛ-а. Почему оставил? Почему оставил Asus? Блин, тут добить-то надо было. Глупость совершает Asus, уходит от возможной победы. Был у него шанс. Вот остается один завод. Давно надо было это сделать. И, по-моему, выйдет только всего лишь один квад. Посмотрим.
Хотя это демо. Это демо, здесь могут быть эмотики. Могли бы быть эмотики. Ну, плохо, что не добил суплайку. Надо было суплай просто добить и... В принципе, да, тогда бы гуляй. Асус, ты хочешь? Теряется один квад. Одна вертушка раненая, да? Одна вертушка только раненая. Проигрывает в этой стычке и... это все уже. Сдается Asus. Нас разгромили. И Intel победил. Так, у нас счет 3-2 в пользу SPL. О боже, кто полюбил эту карту, а? Кто ее вообще придумал? Nothing Show, собственно. СВГ против ВВС США. Ре хочет Asus. Нас разгромили. Так, у кого что? Чина и ВВС. Теперь, наверное, скажет СПЛ 2 РИ. Да. Так оно и произошло. Нас разгромили. Сейчас же, по сути, последний бой. Шестой итоговый. Поэтому все игроки прям борются за нормальный матчап. Сейчас обоим в чину попадется, будет весело. Надо было мне на лагуне рез сделать.
Подрыв против пеха. Вот так вот оно значит. За пеха играет у нас Asus. И, соответственно, подрыв у нас SPL. Продает командный центр и уже готов Asus возводить первый суплай. Так долго он это делал. Немного долго. Забегает Рапкла далеко-далеко. А, нет. Между двумя домами. Мог бы попробовать на данной карте Asus заделать Лекса вообще спокойно. Тем более не идет почему-то в завод. СПЛ, а что за завод-то где? Представляете, если сейчас был бы Хеликс. Сразу бы ГГ было. В три суплая пошел. Верит СПЛ, что не будет Лексов. Ну, в принципе, он и отгадывает. Пошел бы в авиацию, все, сразу бы СПЛ бы узанул. Погибают все солдаты у пеха. Глашнику это ничего не стоило, только починить норочку и все. Будто ничего и не было. Немного снизу проскальзывает. Ао. Ну, надо затестить с тобой тогда. Потому что ты первый жалуешься на Twitch. Надо посмотреть, как там трансляция вообще делается. Так, конечно, сделал бы. Что, планирует еще и в захват пойти СПЛ. Немножко раскусил Asus это дело. Пациент дракон, так точно, дракон готов жарить, бах, прям впритык. И все, и стену огня. Да куда ты едешь, стену огня просто делаешь, тут все сдохнут сразу. Ну ладно. А это почему так разжигает? Вот, так правильный. Да, действительно правильно это сделать. Барак разрушен, строится новый. Вверх отгоняет, лучше бы завод бы снес. Пех, что ж ты делаешь, зачем ты сюда... Лучше же... Ну да ладно. Ой, высаживай скорее! Хотя бы... Нет. Не получилось. Не получилось. Ничего, зато в центре. В центре разве что что-то получается, вот. У Асуса. Сжигается центр. Все убивается. Все горит. Желтым пламенем. Еще дракон и две ошки. Дозер строит пропаганду. Идет в технологии. Сколько здесь по ресурсам осталось? 21 тысяча. 23. Не хотят все-таки драконы поджечь до конца этого парю. Вовремя подъехали АОшки, обратно вернулись и полностью защищает центр. И тот самый, смотрите, что делает. Ракетчик, возможно, он сможет... Нет, дракона не убивает. Я-то уже поверил, что дракона сейчас убьют. Пошел на захват, захватывает первое здание.
пытается ракетчиками все-таки две ОшКи зацепить. Сегодня ОшКи и ОшКи идут от Асуса. Пока ничего нового. Но, стреляй. Отменяй. Джарман Кэл еще будет. Не отменил сам СПЛ. Высаживает. Ой-ой-ой. Куда бить? И тогда второй завод все-таки пуляет СПЛ. Ой, ну раненый дракон. Ну, смеешься, что ли, Асус? Ну, зачем его сливать-то? Ясное дело, ничего у тебя здесь не получится. Так, пошла Лотос на захват нефтевышки, и теперь стоит все-таки удерживать китайцу данную вышечку, хотя поскольку это пех, у него же стелсные хакеры, можно и хакер в принципе пулять тогда. Что у нас по финансам-то? 1800 и 3000 в центре уже копает Асус. Неплохой у него, кстати, экономический скачок уже происходит. Выходит жижа, сейчас пульнет. Жижу? Нет, не пульнет. Или все-таки... Нет, успел включить Лотос. Смотрите, идет Лотос сам еще захватывать данное здание. Бункеровка, конечно, такая неплохая у СПЛ. Нельзя болеть. Лучше вылечивайся. Теряет вышку Асус, зато захватывает нефтевой завод, который дает все-таки весомую скидку на любую технику. Могу попробовать убить дозера СПЛ. Не успел Асус забункериться здесь, в домике. И у него просто центр теперь открыт получается. Семь тысяч практически у Асуса и почти 2 у СПЛ. Строит реактор. Странно, зачем? Заранее. Ну, бомбить бы их. О, пошли повышения уже у Пеха. И это очень плохо для СПЛ. Выживает дворец, потому что есть улучшение.
Там и там ракетчики есть. По две штуки. Здесь бы суплай восстановил. Асос. Во, пошел пацан наверх. Но вовремя он заметил. СПЛ. И смотрите, что делает. Не высаживает, не высаживает. Опять не высаживает. Такой мелочи, Асус берет и, ну, проигрывает. Теряет свои шансы на успех. Что-то у нас тут Лотос бесится. Сейчас бах и радар, да, выйдет? Или есть радар? Нет, без радара играет пока. А что это вдруг продал? Завод строит. Ну что ж, этот заноза сейчас может попробовать захватить и завод, и все, и ГГ. Но захватывает именно суплай. Успел продать, успел. Уходит Лотос. Кстати, нам зрителям не показывают, сколько денег приносит. Так, быстренько выделяем их. Давай, 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 давай. Всех сажай. Сейчас Джармана убьют все-таки. Недолго Джарман прожил. Все-таки огрызается СПЛ, смотрите, что делает. Ну, неплохо так. Сминусовал Асуса. Но уже сдается. И тем самым Асус зарабатывает себе еще одно очко. И счет становится 3-3. Доказал Асус, что запеха не так плохо против Гла. Просто там было ТД. И там был Токс. Вот и все. Что ж, в итоговый счет у нас 3-3. Победил саксофонист.